Космического времени суток, с вами Виджевери, и я прохожу черную мезу, если вы вдруг забыли. И в прошлый раз я тут включила что-то, ну вот эти вот штуки, зачем-то. И, видимо, мне теперь придется идти туда, да? А, так, там я была, да? А тут... Ого! Спасибо, чувак! Все-таки мертвый охранник лучший охранник. Но я пока приберегу револьвер на будущее. Так, мне сюда, да? Да? Ну ладно. Папара-папарам. О! Выглядит опасно. Так, а я могу вот... О, да. Вот эта вот штука выглядит опасно, знаете? У меня такое стойкое ощущение прям, что... Ну, как сказать, она перемелет все мои кости в муку. А я пока что не хочу становиться мукой. Так, как туда? А! У-у-у-у-у-у. Отлично. И меня сюда, я так понимаю, да? Или нет? О! А кто это у нас там? А? А? Так. Ну, давайте. Вот вы где, милашки. Опа! А, они меня не видят даже. Чудно. Надеюсь, вас было только двое. Я вот не знаю, то ли это лето так сказывается, то ли что. У меня просто мозги плавятся в буквальном смысле. То есть, ну как сказать. На улице, конечно, жара и прочее, но я вообще ни черташеньки не соображаю. А я тут была? Нет. Я вот это вот даже не помню. Какие-то вот папки. О! Ну ок. Так, ну и, конечно же, это тут все не работает. Окей. Так, а что я сделала-то? Я вернулась туда же. И какой в этом смысл? А! Эта штука крутилась, и теперь не крутится. А, значит, теперь мне туда можно, да? Ну что ж, рискну здоровьем, конечно. Только аккуратненько, все-таки это немного опасно, мне кажется. А еще, знаете, вот мне кажется, что вот не только из-за жары вот вся эта фигня. Оп. Ну, то есть, как бы, из-за того, что на улице лето, приходится открывать окна, а из-за того, что окна открыты, то слышно все, что происходит на улице, абсолютно все. И как это ни странно, именно летом люди такие громкие. И это так бесит. Ну, то есть, по идее, нет ничего плохого в том, что люди как бы, ну, что-то делают на улице. Но почему они всегда такие громкие? Разве это так трудно быть чуть-чуть потише? А то дети орут, собаки гавкают, не знаю, музыку постоянно в машинах врубают просто на полную. Ну, вот кто так делает вообще? А что у нас тут? Помимо мусора. Мусор. Мусор. Блин, чистомена нет на это место. Это ж просто кошмар. Конечно, понимаешь, тут переработка отходов. Но нельзя, что ли, сделать немного более все это, ну, аккуратно. Хотя, полагаю, черной мези вообще не до этого. Держитесь в стороне. Ну, извините, я не могу держаться... Ой-ой, в стороне. Мне это не нравится, окей? Мне это не нравится. Я помню, конечно, это место. Угу. Понятно, первый блинчик комом. Но, тем не менее, я знаю, что теперь мне требуется делать. Что-то упал-то. Так, я возьму эту штуку. Вот меня еще бесит то, что солнце светит так ярко. Из-за этого мой монитор вообще такой блеклый. И я ни черташеньки не вижу. И вот это вот меня прям раздражает. Блин, а как она? А
Как это вышло-то? Как их надо? Все, что ли, пробежать сразу или нет? Давайте попробуем. Я не хочу тут помирать постоянно и убивать Фримана. Он как бы не будет этому рад, правильно? Ага. У-у-у! Я успела. У-у-у! Отлично. А тут у нас будет кто-то, кто захочет меня убить, да? А! Я как бы не очень уверена. Но очень похоже по музыке на то. Вот, например, вот эта штука, да? Ей! Я ее уничтожила. А смысл? Мне туда надо было, что ли? О, да, мне, наверное, туда... А, ладно. Уже не важно. Уже не важно, зачем я это сделала. Я тут, наверное, столько всего пропускаю. Ну, что поделать. Жизнь у меня такая, видимо. И чё? И чё тут? А, просто скажите мне, что эта дверь открывается. Ура! Дверь, которая открывается. Чудо чудесное. И тут у нас никого нет. Зато я вижу кнопочку и рычаг. Ага. И чё? А смысл? А-а-а! Мне не нравится то, что она как бы... Ну ладно. Я попытаюсь просто туда допрыгнуть. А вот тут вот очень нечеткие вот эти вот штуки. Вот это меня так печалит. Везде все такое четкое, а тут нечеткое. Как так вышло-то вообще? Ам-па-пам-пам. Пам-па-пам. А я до туда допрыгну вообще? Мне что-то кажется, нет. Оп. Ну, Фриман, давай. Эти. Ага. Да блин, как так вышло-то? Вот была бы тут лесенка или типа того. Мне кажется, я до туда не допрыгну. А может, я не оттуда прыгаю? Ну, то есть, как бы... Просто не знаю. А, нет, все ништяк. Хе-хей! Есть кто? Живой, мертвый? Желательно, конечно, мертвый. Потому что, ну... О, мой бог, я не хочу туда. Так, где-то тут лесенка, да? Давай спустимся по лесенке, посмотрим, что у нас тут есть. Мусор, мусор. Ништяк. Люблю ништяки. Так, у нас там огонь, да? И мне это не нравится. Прям очень не нравится. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. У-у-у! А, жарко. Почти как у нас на улице сейчас жарко. Но недостаточно. Хотя я не скажу, что у нас прям такая вот жара под 40 градусов. Нет, конечно. Всего лишь 28. Но для Екатеринбурга это просто дичайшая жара. И достаточно редкая, потому что у нас редко бывает настолько жаркое лето. Ой, смотрю, столько тут ништяков. Это значит, что скоро мне хана. Правильно? И кто-то меня захочет убить. И поскольку это действительно так, то мне следует сделать очень важную вещь. Да, вот эту вот вещь. Так. Я себя очень некомфортно чувствую, потому что у меня нету, ну, знаете... Дрободана и вот всякого такого оружия. Хотя вот я подобрала вот эту штуку. Я не думаю, что она мне прям так сильно поможет. А тут у нас что? Там я что-то видела тоже полезное. Ой, блин. Окей. Так, 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 так. А, нет, это не полезно, но... Ну, давай. Отлично. Мне, видимо, туда все-таки.
в этот раз. И сюда. Давай. Ты чё? Ты чё? Ой. Это было чересчур. Тук-тук-тук-тук. Куда мне? А, вот сюда. А я думала, я умру. Я просто в водичке искупалась. Ой, как хорошо. Причем, мне кажется, эта вода несколько чище, чем вот та, в которой я плавала. Ну, знаете, это пивная, стрёмная вода. Ох, как хорошо. Хоть помою костюм, не знаю. А то это же просто кошмар какой-то. Аптечка. Прекрасно. И дверь, которая открывается. Мне кажется, или это место какое-то, ну, чересчур странное. Ну, то есть, ну, сами посудите. Тут столько всяких ништяков, потом всякие двери открываются. Разве так должно быть вообще? Мне кажется, так не бывает. На-на-на-на, по стеночке иду, меня никто не видит. Да? Тут же правда никого нет, я надеюсь. Ну, вроде никого. Но я все равно чувствую себя очень неуютно. Отчасти потому, что светит солнце, и отчасти потому, что на улице все орут. И это меня сбивает с толку. А может, еще и потому, что тут все выглядит настолько странно. Тупик. А че я сюда пришла тогда? Куда мне надо-то? Ням-ням-ням-ням. Я запуталась. Вот не люблю я всякие эти лабиринты, знаете ли. То ли дело в халве. Сразу понятно, куда идти. Окей. Или не окей. Мне это так не нравится. Чё, это дверь была или не дверь? Так, лесенки. Какие-то. Больше лесенок. Как тебя там зовут-то? Я не помню. Булсквит или нет? Не попал. Ох. Как много патронов я потеряла. Но оно того стоит. Это лучше, чем он будет плевать меня своей кислотой. Так. Эта дверь не откроется. Ну да. Но там же была еще одна дверь, да? Что-то я как-то ее проигнорила. Это как-то странно. На меня даже не похоже. Я же все двери открываю. Больше дверей. Больше открытых дверей. Привет. А ты тут один? Нет, не один. Чё это там такое? Нет, не нравится. А тут есть какие-нибудь ништяки? Я не знаю, но... Может, какие-нибудь? Или я сюда спустилась чисто, чтобы убить вот этих вот... ладно. Окей. Так тоже можно. Я немножко запуталась. Так, я вот сюда должна пойти, да? Сюда пойти и... А что у нас тут? Какая-то лесенка. Ну тут же ничего нету. Ладно. Я же говорю, этот чертов лабиринт. И он меня бесит. Потому что тут ничего не понятно. Это вам не первая халва. Но зато здесь очень много деталей, и это круто. Люди постарались на славу. Даже несмотря на то, что, насколько я знаю, некоторые уровни, наоборот, сделали более маленькими. Но зато все остальные, они просто гигантские. Ты чё падаешь? Есть кто? Не знаю.
А я тут была? Нет вообще. У меня такое ощущение, что я тут была. По некоторым причинам. Наверное, потому что тут все одинаково выглядит. Хотя я могу ошибаться, конечно. Но мне почему-то кажется, что здесь все одинаково выглядит. И я опять заблудилась. Зачем я сюда вообще спрыгнула? Кто-то мне скажет? Тут же ничего нет. Оп. Опа, пиру, пиру, пау. Ну что ж. И опять здесь. Или там. Да. И чё, куда мне? Я опять запуталась. Ну, серьезно. Ням-ням-ням. И главное, никаких врагов нету. Даже непонятно, куда мне идти, зачем мне идти. Может, сюда, или я тут была, или я тут не... А, тут точно, тут эта дверь. Эта жара просто плавит мне мозг. Ну, раз тут был вот этот булсквит, или как его, значит, я иду в правильном направлении. Но если я иду в правильном направлении, то куда я иду? Если мне не сюда, то куда мне? Мне вниз? Ну, так я снизу и пришла. А, может, мне... Я ж тогда сюда не пошла. А это будет нелегко. Ну давай. Приман, 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 приман. Та-та-та-та-та. Сюда я, по-моему, не ходила. Или ходила. Где я вообще? Нельзя пройти. Ну вот и зачем я сюда шла тогда? Как сложно! Как сложно! Вот тут я была. Это прям вот просто 100% точно, что я здесь была. А может и нет. Ладно, я просто буду делать то же, что и всегда, короче. Вот по этим просто ездить, раз уж они сами меня везут, я просто буду следовать своей судьбе. Правильно? Так, и тут я была. А в чем прикол-то, блин? Алло, ну кто-нибудь скажите мне, пожалуйста. Может, я что-то забыла? Ну, серьезно. Может, я что-то не поняла? Опасно. И опять я здесь? Ну, почему я здесь? Ладно. А может, я правда что-то делаю неправильно? Ладно. Подпалило мне пердак немножечко. Ну, собственно, это норма. Так. Сюда? Или не сюда? Господи. Твою ж налево! Блин. Ау. У меня сейчас жесткое желание загрузиться в сохранение, но я не сохранялась повторно. В принципе, я все равно ходила кругами, так что пофиг. И вот я снова с вами. Да. И зачем-то я здесь. Я, кажется, не здесь сохранялась, ну да ладно. Так даже лучше, наверное. Опа, опа, опа. Да А, точно, тут же вода. А я уж хотела сказать твою налево. Точно, точно, тут вода, тут аптечка, все шикарно. А тут сделаем вот так, да. И в этот раз я не буду убивать хэдкрабов, я просто, ну знаете, побуду немного более доброй. Я убью только булсквида, да. Все равно я в ту комнату не пойду, скорее всего, так что мне пофиг. У меня начинает складываться мнение, что я что-то упускаю в который раз. Ха-ха. Так, ну и все, я прячу пистолетик и беру вот этот. Потому что, ну, его не жалко тратить.
Кажется, до меня начинает доходить. Я должна подвинуть еще одну штуку, но я не понимаю, куда мне надо попасть, чтобы ее подвинуть. Как они называются? Это платформа, не платформа. И она где-то там дальше. А может и нет. А может и да. А может и нет. А может и да. Так. Да, вы меня правильно поняли. Я снова сохранюсь. И в этот раз я постараюсь, чтобы мне не подпалило, так скажем, шевелюру. Это будет очень сложно сделать, я это знаю. Но я... Блин, я пыталась, Фримен. Ты знаешь, я пыталась. Так, куда мне? Вот сюда? О, вот эта вот штука. Естественно, я до нее допрыгну, нет. Ой. Какие-то патроны я подобрала. И это замечательно. А куда мне теперь? Вот хороший вопрос такой, знаете ли. Куда же мне теперь? Ну давайте, я тогда в исключение, пойдем сюда. Хотя не факт, что мне это поможет. Нет, мне, наверное, не сюда. Тогда, получается, мне сюда куда-нибудь, да? Хотя я не уверена, вот серьезно. Я не уверена, что мне надо сюда, хотя... Движущиеся детали, не работать. О, это было опасно. Так, а тут у нас что? Еще одна опасность, окей. Куда бы мне... Осторожненько вот так вот, да? Там вода. Там вода. Тогда все ништяк. Но. Вы же не хотите, чтобы я опять, да, туда тащилась? Так что вот. Я понимаю, что это не очень-то клево, но мне само это не нравится. Почти, Фримен, почти тебя не поджарило. Ты должен быть мне благодарен. Так. Ну, ладно. Не получилось. Куда я шла-то? Сюда я шла. Ага. Ну, без патронов обойдусь, господи. Хотя не факт, что мне это поможет. Как оно там было? Ага, вот сюда. Теперь. Сюда. Нет, да твою ж налево! Ну сорян, я срываюсь в буквальном смысле. Ну, может, в этот раз мне повезет, и я смогу все-таки забрать эти патроны, да? 2, 3, 4, 5. Черт! Вот может не палиться? Ну, в смысле, я понимаю, что это сложно. Да на! Ладно. Плевать. Я знаете, что сделаю? Я вот сейчас. Пригнись ты. Я сейчас вот тут вот, короче, сохранюсь, да. И плевать, что я не собрала патроны. Вот. А теперь я хотя бы буду начинать не сначала, а, ну, вы поняли. И все? И все? Вот это вот все? Так просто? А я так фейлилась. Блин. Опять деревья пилят за окном. Это кошмар какой-то. Не, ну вы слышите? Это невыносимо вообще в таких условиях жить. Не то, что играть, ох. Нет, я не хочу вниз. Эта штука, она... Вы знаете, что мне напоминает? В общем, не важно, что она мне напоминает, но это выглядит стрёмно. Зато тут есть зарядка. Почти полностью, а? Молодец какой. Так, ну... Мне кажется, что я наконец-то покинула эту опасную зону. И это хорошо. Только уполномоченный персонал. О, нет, я еще не покинула опасную зону. Все еще все очень плохо.
Ну, надеюсь, там нету огня хотя бы. О, боже. Это куски мяса? Они тут, правда, мясо перерабатывают. Ох. И все это падает в зеленую жижу. Серьезно? А смысл? О! Опять машина с музыкой. Барнаклы. Вот барнаклы меня раздражают гораздо меньше, чем, знаете, вот эти вот чудики, которые ездят на машинах, с включенной на полную громкость музыкой. Это просто жесть какая-то. Сейчас еще и птицы там, слышите, не знаю. Очень распелись такие, типа, о, лето пришло, мы будем петь и тебе мешать записывать. Вот мы такие вот птички, люби нас. Не, на самом деле я на птиц не сержусь, они мне, конечно, мешают, но они не виноваты. А вот те, которые ездят постоянно и днем, и ночью с включенной музыкой такой, что прям туц-туц-туц, вот их убить охота, вот знаете, вот прям вот, как тех же барнаклов расстрелять, и куда-то я попала. Интересно, это действительно новый уровень там, ну, с названием и все такое, или это просто очередная подгрузка такая? Ау. Ладно. Выглядит опасно, как и все в моей жизни. Опять то же самое. А че он не за спину-то держится? Ну да ладно. Я смотрю, кто-то у нас спит, да? И что мне с ними делать? Ну, как бы... Эй? Ладно. Ну, это было не совсем то, что я хотела, но... Это лучше, чем ничего. Это типа клетки, в которых содержались вот эти вот... Хаундаи или это просто клетки? Я так понимаю, мне надо куда-то туда, да? Но пока что мне туда нельзя. Ладно. Конечно же, закрыто, все закрыто. Спасибо, что обратили внимание на это сообщение. Ваша внимательность была замечена и будет доведена до сведения властей. Чего? Большой брат за мной следит или чё? И, кстати, пора бы уже заканчивать. Вы знаете об этом? Так. Хороший вопрос. Как мне попасть туда? Если все под напряжением. Я, конечно, могла бы залезть в одну из клеток, но это мне мало что даст, я так понимаю. Ага. Как просто, а? Поглядите-ка. Как просто. Ау. Привет, чувак, ты пытался отключить эту штуку или, наоборот, заблокировать? А, он поставил эту штуку, чтобы до него не добрались Хаундаи, а потом его все равно кто-то убил. Не повезло тебе, чувак, очень сильно не повезло. Ну да и ладно. Еще одна кружка. Знаете, что я вам скажу? Вот я вам скажу, что я, короче, здесь закончу. Да, потому что это была очень... мозговыносительная и очень раздражающая часть. А еще на улице слишком шумно, чтобы я себя нормально чувствовала. В общем, пока что на этом все. Большое спасибо за просмотр, удачи вам в жизни и до свидания.